Отправка писем и посылок в Россию с Приднестровья приостанавливается. Сегодня почта Приднестровья получила официальное письмо от почты Молдовы. Отправка в Россию прервалась из-за того, что письма и посылки нельзя доставить ни авиа, ни наземным транспортом. То, что уже приняла наша почта, попытаются отправить в Кишинев, а оттуда в Россию, но новых писем и посылок на почте пока принимать не будут.